Космическое поле искусства третьего тысячелетия Виктории Преображенской – это космическое делание, в котором и музыка, и слово, и ведание Ра, и танец, и сценическое мистериальное действие – это все объединено единым целым. И живопись. Живопись – это вообще целая цепь информации, космических духовных посылов, окон. Живопись работает повсюду. Там, где выставки проходят Виктории Преображенской, там наступает преображение сознания, притягиваются новые люди. А выставки повсюду идут, повсюду, повсюду. Во многих городах СНГ, бывшего, конечно. Потому что наша родина была велика и могущественна, пока ее не начали разрушать рептилоиды в лице заокеанских правителей из США, Запада. Они все эти свои псевдоценности сюда принесли, разрушили, людей рассорили, раздробили, уничтожили и все свое дело сделали. Но не тут-то было. Славян просто так голыми руками не взять. И я знаю, что наступит новое возрождение Руси нашей, единой, прекраснокрылой, которую опекает Матерь Мира, которая сюда приходит, пришла вот в этот трудный час, чтобы помочь всем перейти в новое время, в новое царство-государство и наполниться Вышним светом любви единосущной Матери Света, в которой Отец, ее же, он же Сын, он же ее супруг и Мать едины. То есть два начала в ней, вот как левая и правая рука, а Абсолют, который пришел, чтобы вам сказать в конце времен, вот именно в эту низшую точку, только она могла явиться. И она также и уйдет невидимо туда, в ту сферу, которая недоступна никому.